Real Desktop. Приветствую вас. Представляю вашему вниманию бесплатную программу на русском языке, которая превращает рабочий стол в 3D-комнату. 3D-рабочий стол для Windows. Работает на Windows 10, 8.1, 7, Vista, XP. Если нажать системные требования, можно посмотреть. Не загружает процессор, потребляет мало памяти, подходит для любого ПК, ноутбука, проста в использовании, даже для неопытных пользователей. Здесь бесплатная версия и платная. Real Desktop профессиональная, полная версия. В бесплатной версии будет доступно два вида рабочего стола. Вот такой, коричневый и синий. Нажимаем скачать, зеленую кнопку вот эту. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. На рабочий стол сохраняю. Скачался установщик, закрываю браузер. Двумя кликами запускаю установщик. Запустить. Русский, окей. Далее. Значок на рабочем столе. Далее. Запустить Real Desktop. И здесь вот ярлык программы и дополнительные веб-пейдж, Facebook, Twitter. Ну, их можно просто удалить правой кнопкой. Удаляем. Это плата за бесплатность. Вреда никакого компьютера они не приносят. Нажимаем завершить. Язык русский. Окей. Открывается браузер. Мы браузер закрываем. Окей. Пожалуйста, подождите. И вот открывается рабочий стол, настройки, вообще, запускать при старте системы, новости, галочку снимаем, воспроизводить звуки по желанию, динамический указатель мыши, отображать стрелки ярлычка, добавить файлы в папку, показывать руководство обучающее, закрываем. Помощь новичку подсказками, чувствительность, ширина, язык. Окей. Мышкой наводим, появляется опять меню, производительность, автоматически, быстрее, качество. Окей. Дизайн. Ну, здесь вот голубой, нажимаем. И вот такой серенький. Дизайн. Вставляю синий. Камера. По умолчанию. Выше, ниже, наполовину, влево, вправо, вниз. Комната. Настройки. Окей. Декорация. Камера. Настройки. И вот здесь выше, наполовину влево, наполовину вправо, вниз и налево, вниз и направо. Перемещается. Вниз и направо. Реклама. По умолчанию. И здесь можно вот регулировать. Поверхность, 3D-поверхность регулировать можно. Ну, точнее, вот стрелочками. Кликаем по стрелочке. Изменяется поверхность. Закрываем. Обновление. Закрываем. Ярлыки можно перетаскивать, как обычно. Зажимаем и перетаскиваем. Вот такая вот программка Real Desktop. Пишите отзывы, замечания, пожелания, вопросы в комментариях под этим видео. Ставьте лайк, если видео понравилось, или дизлайк, если не понравилось. Подписывайтесь на канал, поделитесь этим видео в социальных сетях. Спасибо вам, всего доброго, удачи, до свидания.